Всем привет. Мы продолжаем прохождение Alien Isolation, культового survive хоррора от Sega и Creative Assembly. Так, поговорить с этим Эдуардом. My name's Ripley, Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. No wonder Seekson is losing the tech race. Он говорит, подожди, сейчас к тебе придут, все будет нормально. На карточка. После второй Alien versus Predator, Чужой против Хищника, второй части. Собственно, больше нет, выходила еще хорошая игра на PlayStation 1. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. That's the Seeks of promise. Она его спросила, как пройти систему контроля. Сюда, наверное, кстати. Да. Вот это, наверное, устройство связи. Он ей сказал, что все под контролем центрального компьютерного интеллекта, ну то есть Сикстона, или как он называется. И доступ туда запрещен, все под контролем. Она говорит, ну и ладно, сама найду, как туда пробраться. Так, это я собрал аптечку. Это, наверное, совсем бесполезная штука. Бомбы домовые. Никогда ими не пользовался. Some kind of tracker. It's been modified. Приборчик движения. Я бы его даже не брал. Потому что... от него мало пользы на. Ага, я нашел, как убирать оружие. Если не знать, как убрать оружие, можно выбрать пистолет. No, no problem. Пришел спросить, как проблемы. Нет ли проблем? Кстати, вот он так стрёмно спрашивает. Если стоять, просто рассматривать, он так сзади подходит. Есть проблемы. Так, я через этот... помню, первый раз играл, не мог догадаться, что через это... я не люблю читать вот эти дневники. И, а тут оказалось, что через этот комп вот открывается вот эта дверь слева. Кстати, куда доступ запрещен, и они за этим следят. То есть, заходя сюда, это уже они становятся все враждебные, а они, как потом покажут, не менее опасны, чем какой-нибудь чужой. Не, конечно, менее опасны, чужой вообще бессмертный. А их хотя бы с оружием можно завалить. Не, ну на кошмарной сложности их ключом гаечным не завалишь. Они просто перехватывают. Так вот, ты из нормальных игр по чужим выходил. Alien Resurrection. Достаточно хорошая игра.
Ее можно вообще, кстати, залетсплеить, потому что у нее нет вообще ни одного прохождения, ни летсплея, только буржуйские всякие прохождения с консолей реальной, потому что, видимо, долгое время никто не мог догадаться. Да я и сам, честно, догадался чисто случайно, перебирая просто. У меня куча эмуляторов на Соньку, плагинов разных версий. И там в одном месте просто не открываются двери из-за неправильной синхронизации звука. Поэтому эту игру на эмуляторе никто не стримил никогда. Даже не знали, что она работает на компе, потому что там непроходимый момент очень бесящий. Но есть достаточно точный плагин, который... Пускай звук у него немножко паршивый, точный-то не обязательно хороший. Но именно синхронизация с процессором Соньки у него хорошо эмулируется. И... Может, я что-то не так говорю? Я не особо большой эксперт в области эмуляции. Эмуляторы не пишу. Процессор Соньки. Устройство Соньки тоже не особо знаю, так что... Если что-то не так говорю, то не нужно упрекать меня в этом. Но, тем не менее, оказалось, что один из плагинов... Listen to me. We've got to re-establish long-range communications. You're becoming hysterical. Get back! I'm warning you! Tut, tut. This is all this amicably. Один из плагинов. Так, расскажу, что тут вообще произошло. Этот мужик тоже шел туда же, куда и нужно мне. И его замочили. Тут есть один интересный момент. Вот этот. Это охранная сигнализация. Мне нужно сесть туда в лифт. Но можно запалиться на охранной сигнализации. Она отключается вот там, где эти андроиды ходят. Но наплевать, что она работает. И лифт долго едет, и в этот лифт даже могут андроиды эти заскочить. Ну, пускай они себе идут сюда. Привет, привет. Вот так все просто. Не надо доходить.
терять время. В принципе, наверное, сразу можно было заскочить, не ждать, пока они придут. По радио говорит капитан того космического корабля, на котором прилетела Аманда Рипли. Она говорит, насколько я слышал, проблемы связи. Ну, короче, хочет, чтобы с ней связались. Но, естественно, с ней некому связаться. Так, я не люблю читать всякие дневники. Особенно в этой комнате. То, что я один раз играл, у меня, пока я читал дневник, пришел андроид. Я не знаю, как он сюда пришел, но они могут. И я даже этот компьютер включать не буду, хотя это устройство связи. Но я знаю, что оно не работает. В принципе, тут пробежаться можно. Все-таки это игра стелс. Вообще не знаю, какие игры похожи на Alien Isolation. Наверное, Хроники Риддика, как мне кажется. Хотя я не играл, чтобы утверждать наверняка. Но из всех, что я видел, то больше всего похоже, то это тот стелс про Риддика. В общем, теперь задача стоит аккуратно пробраться мимо этих сумасшедших глючных андроидов к центру коммуникации. Вот ответит Сэмюэлс, он вызывает. А эти андроиды ходят туда-сюда, вот напротив тех окон. У меня есть пистолет, но он тут... заметил, наверное. Иначе кому он говорит, что сюда доступ разрешен только сотрудникам Сикстон. А может и нет. Так, возможно, я молчу, но это потому, что обстановка не располагает. Хорошая комната, тебе она нравилась, потому что в этой игре сюда придется возвращаться еще, то есть по этой станции лазить туда-сюда, и вот именно в этой комнате безопасно, то есть тут можно, хотя не знаю как насчет безопасности, но здесь сверху никаких вентиляций нет. Вот эта дверь, она открывается через эту штуку. А
Но ее можно не открывать. Через вентиляцию тоже вряд ли какой-то чужой полезет. Или ксеноморфов все-таки правильнее называть. А то свой, чужой, это как-то ненаучно. Хотя все равно это фантастика, так что... Ну, ксеноморф — это название такое звучит. Ксено — значит чужой. Аморф — в принципе, чужой, ксеноморф. Не однокоренные, но слова одного типа. Так, это взлом приборов. Надо двигать эту полоску дурацкую и нажимать на цифры, когда они находятся в ней. Не особо мне нравится эта фигня. Но лучше, чем вот это. Кстати, там явно под джойстик рассчитано. И контроллер. А как? С клавиатуры? Не знаю. Самуэль, ты живой? Это Рипли. Говорю, где ты? Мы на транзитной станции. Говорит, тут небезопасно. Андроиды Сикстона. Она говорит, что создание какое-то, он переспрашивает. Говорит, какой-то иноземный организм. Он говорит, что Тейлор ранена. Радио сломано. Им нужны медикаменты и вся фигня. Говорит, она идет. Так, конечно же, они услышали. Ага, вот как оно на сложности. Я, наверное, подожду, потому что тут достаточно сложный момент. Не хотелось бы сюда идти второй раз. Вот ходит один из андроидов. Они не умеют лазить по вентиляции, так что большого страху нету. Очень хочу сохраниться. А полезу обратно я, наверное, также по вентиляции через все безопасные комнаты, откуда пришел. Так вот, не договорил я про остальные части игр по чужим. Alien Resurrection, игра, которая выходила на первой PlayStation.
Блин, неужели никого нету? Это чудо какое-то. Я даже не знаю, это хорошо. Хорошо или плохо. Скорее, это плохо, потому что... Это значит, они где-то тут. Если они патрулируют вот эту местность. В общем, Alien Resurrection достаточно удачная игра, хотя она по четвертой части Чужих, фильма, который не очень-то популярный, не канон. Хотя лично мне четвертая часть фильма вполне зашла. Третья... В принципе, честно говоря, мне не нравится вторая часть Чужих. Они просто устарели. Вот когда-то они впечатляли, а теперь я бы не сказал, что они такие сильно атмосферные, впечатляющие. Все-таки какой-то кот дремучий. Заметил меня или нет? Почему нельзя голову поднять из этого люка? Немножко можно. Что они такие тупые? Лифт открыт. Кстати, у меня был глюк когда-то, я первый раз когда проходил. Этот лифт был закрыт. И я его ждал тут, наверное. Это, наверное, упростили, вот реально упростили игру. Потому что этот лифт не открывался. Такой ждешь его, он все не едет, не едет. А на самом деле это глюк, он вообще не открывается. Наверное, пропатчили. И вот здесь достаточно сейчас будет место сложное. Блин, какая же долгая все-таки игра, если так играть. Так, ну что, надо все по стелсу. Не, все по стелсу, наверное, не получится. Там они все равно перекрывают путь. Так достаточно удачно меня, по сути. Не, хотя какое неудачно. Один раз меня уже замочили, а ачивка в Steam, по-моему, есть. Пройти игру ни разу, чтобы не убили. Наверное, на изи ты реально, наверное, вполне ставишь яркость побольше, чтобы было видно вот эти слюни чужого, который тебя ждет в вентиляции. Главное, что-то я торможу. За мной уже идут. А я... Я до сих пор. Так. Дойти до сохранения. И на этом можно заканчивать данную часть летсплея. Ну, в общем, на нормальной сложности, наверное, пройти вполне реально, без смертей, наверное.
А так как здесь хардкорная сложность, то... В общем, нет, миссия закончится, когда добраться до Торренса. То есть спуститься вниз и теперь дойти до транзитной станции, сесть в фургончик и приехать к Сэмюэлсу. По дороге можно рассказать про игру Resurrection, которую сейчас можно вполне играть на эмуляторах. Так, скрестить пальцы, потому что не каждый день лазишь за спинами каких-то маньячил. Честно говоря, я заблудился. Я надеюсь на удачу. Эту комнату, кстати, похоже вот на обычное инженерное сооружение. Я так и не проверил, что глючен в этого в приборчике. Говорили, что он на высокой сложности не работает или работает наполовину. Или неправильно работает. Вроде бы подглючивает, но показывает же. Наверное, уже можно бежать туда, наплевать на скрытность. Черт. Отвали. Я же у него выстрелил. Вроде бы хедшот. Так. Короче, удачно без смертей пройти, похоже, не получится. И чужой тут. Я его вижу. Наверное, он меня сразу убил, потому что я был ранен попаданием. Когда подстрелили те мародеры, у которых забрал взломщик дверей, осталось мало жизни. Поэтому...
пищи не заблудился. Я не заблудился, вот выход. Осмотреться. Надо было так идти сразу, не через люки эти, а сторон, боком, боком. В Alien Resurrection достаточно вот похожая атмосфера на Isolation. Конечно, там упор на шутер, но тоже такой специфичный шутер. Графика по меркам первой PlayStation тоже на достаточно высоком уровне. Вполне такая атмосферная игра. Кстати, с ней работает widescreen hack. Кстати, это синтетик лежит, который за ноги хватает. То есть, если сейчас у всех широкоэкранные мониторы, поэтому очень кстати, что на эмуляторе PKSXR Reloaded можно запустить в widescreen игру. Можно даже мышку настроить через плагин. Правда, на PKSXR не очень точно. На EPSXE эмуляторе более лучше эмуляция мыши. Че там, ну, хорошая эмуляция мышки компьютерной. Ну, соньковской мышки. Игру можно играть с мышкой. Alien Resurrection. Но тяжелый, выходи, подлый трус. А вот он и вылазил, кстати. А на этом можно закончить стрим. На этом фургончике Аманда приедет к Сэмюэлсу и Тейлор, и дальше уже они обсудят, что им делать дальше. И следующие задачи — это просто подойти к Сэмюэлсу и Тейлор, и там уже будет видно, что дальше. На этом все. Ставьте лайки, дизлайки и всего счастливого, чтобы вам не встречались чужие в жизни.